В зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» встретили сильнейшие баскетболисты со всей республики. 11 команд в течение 4 дней будут бороться за звание «Лучший». По итогам соревнований определится состав региональной сборной. По словам организаторов, в Кумертау есть все условия для проведения ответственного первенства. Зал лицензированный, поэтому он проходит все, выдержаны все стандарты, поэтому надеемся, что после соревнований мы получим очень хорошую, высокую оценку. Судья международной категории Владимир Охременко пожелал участникам чемпионата спортивного азарта и игры без травм. Такие соревнования позволяют выявить лучшую команду и в целом способствуют развитию этого вида спорта, отметил он. Ну, это прежде всего развитие баскетбола детского. Вот. Мы недавно провели в городе Уфе финал Башкирии по КЭСу. Плавно переехали сюда, чтобы баскетбол у нас развивался. Это самая главная задача. От массовости к мастерству, как был девиз в Советском Союзе. Вот, мы к этому и стремимся. Баскетбол является одним из самых популярных видов спорта. Это динамика, азарт и точность бросков. Соревнования проходят на двух площадках. Юноши играют в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный», девушки в зале педагогического колледжа. Первыми среди юниоров на спортивной арене встретились команды «Сибаи» и «Кумертау». Игра шла напряженно. Каждый гол, забитый соперником, командами отыгрывался тут же. Ребят из нашей команды тренирует Александр Бабайцев. По словам тренера, у ребят есть все шансы на победу. Как будут играть? Мяч, он круглый, может попасть, может нет. По силам быть в призерах, а остальное все от самих зависит. Первую игру матча открытия команда юношей города Кумертау выиграла. Ребята показали яркую и красивую игру. Пожелаем им удачи на следующих этапах первенства. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».